Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики на канал, с вами Микол, мы продолжаем проходить сейчас от трейдера с десепшенами иллюзии Дрейка. Как бы дневник-то там много информации, которые им нежелательно знать. Мне главное, пушки нету. У меня нету пушки. Куда он делся? Да пошел ты. Никак не успокоишься, а? Иди сюда. Ну, и что? Еще не конец. Взять его. Ну, давайте. Господа, у вас же нет пушек, да? Привет. Большие-то откуда вы берете их вообще, а? Все, закончились. Тоже мне бойцы. Какие же... Жизнь еще ему не учит. Полежи на фруктах, парень, может успокоишься. Да, что же вы такие все не очень-то, а? Уже кого-то убили. Сюда. Как обычно все. Скорей. Надо уходить отсюда. Эй, сюда. Может, объясните, в чем дело? Кто эти люди и... Как в этом оказался замешан Чарли? Он работал вместе с нами. Работал? Он что, погиб? Нет, он и Хлоя. И Хлоя тоже? Да, но оба выбыли. Чарли сломал ногу. Сломал ногу? Повезло, что не шею. Летел с такой высоты. Он поправится. Выбор был прыгнуть или сгореть. Я его понимаю. Помолчи, а? Ладно, скажи хотя бы, что вы тут ищете? Это... Иди сюда, Салли, посмотри. Вроде никого. Что тут у нас? Мы наткнулись прямо на тайный ход. О, умница девочка. Так, нужно кое-какое оборудование. Тогда обратись к торговцу коврами. Я про пушки, оружие. Он не только коврами торгует. А, вот что. Эй, ты там поосторожней. Ладно. Нейт, почему нельзя было сразу сказать на чистоту? Этих людей интересует не история, и вас тоже.
Все из-за этой Марлоу, да? Да, но... Вот, посмотри. Я все же нашел его. Как я и говорил, диск привел нас сюда, а потом вот сюда. Вот к этой дыре. Это же так интересно. Но признай, тебе это нравится не меньше, чем мне. Нет. Теперь уже нет. Серьезно? Ну что ж, тогда ты можешь просто уйти. Я? Мне уйти? Ха-ха. Смешно. Дробовики? А что такое? Было всего два. Здорово. Ладно, помогите открыть. Давай. Готовы? Темно и мокро. Да, здорово. Чего? Ну, все как всегда. Полезли? Так, ребята, тайный ход куда? А что там? Скоро узнаем. Это не ответ. А ты чего ожидала? Порядок! Спускайтесь! И где? Просто резервуар для воды. Ты не ошибся? Да нет, вроде бы. И что сэр Фрэнсис здесь забыл, интересно? Он выполнял тайное поручение Елизаветы. Искал древний город Убар. Да, Атлантиду Песков. Здесь? Под этим городом? Нет, нет, это где-то в пустыне Рубель-Хали. Здесь подсказка, где искать. Должна быть. Ага. А знакомо выглядит. Погоди, на обороте карты Дрейка нарисованы те же знаки. Какие знаки? А, вот эти. Так, а где же? Вот, о, посмотри, боже. Это те же колонны. Значит, Дрейк сделал эти пометки, когда был там здесь. Сказано, где вход? Думаю, я смогу расшифровать. Отверстия для чего-то нужны. Надо просто найти нужный рычаг. И как это сделать? Здесь полно таких отверстий. Должна же быть подсказка. Мы что-то упустили из виду. Да вот же. А? Разве нет? Тут внутри какой-то рычаг. Если показывает он на тот, вот этот. И на этот. Меня укусили! Тут на стене что-то написано. Ну, судя по всему, нет. Енохианский язык. Послание от Дрейка? Расшифруешь? Попробую. Луна укажет путь. Луна? Здесь? Ха, не буду я тут до вечера торчать. Я думаю, это загадка. Я помечу на карте. Будешь черкать прямо на карте Фрэнсиса Дрейка? А что? Ему уже все равно. Тут случайно нет у кого-нибудь знака Луны на полу? Это не Луна вроде, хотя... Нет. 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 Стоп, что показывает? Да, тут именно... Ну, не Луна, полумесяц больше. Нет. Нет. Тем более нет. Тебе это знакомо? Да, пожалуй. И если встать здесь... Получится вот это. Точно. Салли, иди к той колонне. Елена, ты к тому, у дальней стены. Я тут встану. Так, теперь нащупайте там рычаг. Вот как? Надо потянуть за них одновременно. А вдруг ты ошибся?
Мне дорога рука, я ею часто пользуюсь. Ну, давай. Раз, два, три. Точно нужный рычаг? Тихо. Я же говорил. Чтоб мне провалиться. Да, удивительно. Но почему это веками хранилось в тайне? Ого. А что Дрейк должен был найти? Мы точно не знаем. Сокровище? Что же еще? И, конечно, все золото. А те придурки в черных костюмах, они и тебе еще тоже сон. Ну и ну. Сама выбирай. Давайте сюда. О. Аж мурашки по коже. Ничего себе. Посох. Или что это? Салли, зажигалку. Ага, я иду. Типа чё? Чё я должен сделать? Судя по всему. Сделать так, чтобы получалось примерно. Примерно, что примерно? Вообще понять не могу. Слева встать. А если треугольник, то он просто его вставит, да, и получится что-то непонятное. Ого. Ясно. Не сработало. Непонятное дело, я понял уже. Не, ну может, я могу, конечно, поставить это, например, вот... Нет. Явно не то. Ну-ка. Просто вот ставлю. Не, а... Так, и это не сработало. Здесь будет сложновато, конечно. Надо будет найти сейчас голову и руки. Такое ощущение, что... Ты как там? Где центр-то? Их надо как-то сопоставить с фреской на стене. Думаешь, с верного ракурса можно что-то увидеть? Ну, я надеюсь. Ясно. Тоже неправильно. Понятное дело, как это сделать, но... Вот где встать? И как так встать надо, чтобы, типа, все хорошо сделать? Ну, вот тут что-то... Похоже на человека. О! Вот так вот. Ты уверен, что они ищут именно сокровища? Я не уверен, но... Ну, тут появилась вода. Ну, я так понимаю, что тут типа... Да, типа второе испытание какое-то. Но я не знаю. Наверняка. Не знаю. Похоже на какой-то механизм. Но кто-то раскидал шестерни по комнате.
Думаешь, сэр Фрэнсис? Кто знает. Надо понять, в чем тут фокус. Боюсь, иначе отсюда не выбраться. Так, сука, нам надо 1, 2, 3, 4, 5 у нас есть. А нам столько и надо. У нас их даже больше. Все сюда притащить. У нас их, да, у нас их намного больше. Окей. Может, какая-то подсказка будет? Ну вот, допустим, я возьму вот эту шестереночку маленькую и пойду ее засуну в одну из дырок. Что изменится? Например, сюда. Что изменилось? Ничего. О. Это я могу ставить сюда? Нет, не сюда. Да не мне. Допустим, да? Такую вот большую. Вот сюда. Надо еще две большие. Есть тут такие? Мне что-то подсказывает, что символы тоже как-то играют роль. А это я могу крутить. Ага. Понятно, понятно. Мне нужно две большие. Ну, например, вот эта. Она тоже более-менее такая громоздкая. Они, в принципе, одинаковые, да, вот такие. Вот там наверху лежит еще шестерня. Наверняка большая. Где наверху, покажи. Лезть придется, да? Да, я угадал. Ага. Как это тут оказалось? Я не знаю. Должен как-то быть обходной путь. Ну, по-любому, где залезть можно? Здесь? Ну, естественно. Вот тебе обходной путь. За этой штукой я вижу картинки. Что видишь? Так, один похож на крест. А на другом четыре круга. Такой символ есть на шестернях. Ха. Символы вращаются в противоположные стороны. Так, и что же это означает? Ну, хотя бы попробовать, что ли, просто ставить. Ну, я говорю, наверняка символы тоже играют какую-то роль. Надеюсь, что нет. Ну вот, я вот ставил, вроде они все тут крутиться должны сейчас. Да? Ясно. Не сработало. Символы. Не пойму, все шестерни на месте. Может, нужны другие шестерни? Нужны Попробуем. Символы. Явно нужны символы. Причем, скорее всего, какие-то через один, знаете, такие. То есть, вот это вот так вот, соответственно, вот это вот сюда. Чтобы они через один шли. И мне надо еще маленький с кругом найти тогда. Просто, чтобы они шли через один. То есть, типа, круг, крест. Есть маленький с кругами? Маленький с кругами. Есть. Что ты? Это мне хорошо, это мне не нужно. Мне вот это нужно. И теперь... Магия. Получилось. Легкие задачи на самом деле. И посложнее было. И мне откроется оно.
Идемте. Идем. Ого, тут. Слушай, Нейт. Фрэнсис Дрейк вообще нашел тот затерянный город? Вряд ли. Похоже, он дошел до сюда, а затем повернул обратно. И потом постарался тщательно это скрыть? Да. А ты не задумывался, почему? Ты о чем? Не знаю. Мне кажется, что все в этом месте... Хм, какая-то декоративная жаровня. Мне нужен факел. Ух ты. Что наверху, то и внизу. Салли, это карта звездного неба. Логично. Бедуины в песках ориентируются по звездам так же, как и моряки. То есть, ты можешь найти дорогу к затерянному городу? Если будет секстант. На флоте я зря времени не терял. Ну да, искал, кому бы пришвартоваться. В смысле? Не бери в голову. А запомнить ты это сможешь? Ну, да. Но может лучше зарисовать? Ты знаешь, я бы не советовал. Эй, посмотрите. О, ну что ж, живенько. Вы слышите? Черт, попали. О, опять. Отойди от стены. Они везде берутся. Держи факел крепче. Откуда вот они берутся? Бежим. Агрессивные какие? Здорово. Что-то они света. Пиши. Держитесь за моей спиной! Идем, отстреливайся! Вперед! Далее, стреляй! Мать, почему именно вот... Пошли нахрен! Поднимемся здесь! Не можете там внизу, что ли, пролезть все? Не идет. Может, я с той стороны ее открою? Да, не подпускай. Я помогу Елене. Почему я? Елена, ну что? Дали патрон. Секундочку. Дали, срочно. Куда ты бросил? Давай. Как там у тебя? Открой ты дверь. Нахрен эти места, нахрен эти руины, нахрен ненавижу этих мразей. Опять эти паскудные твари. Ты знал про них? А меня решил зря не пугать. Эй! Смотрите. Пусть не обманет мир тебя своей красой. Это грезы грезящего? Мираж в пустыне. Чаша смерти ожидает тебя. Мило. Все по-английски? Да. Это писал Дрейк. Стоп. Так что же получается? Дрейк преодолел тысячи миль в поисках Атлантиды песков и вдруг нашел нечто, что заставило его повернуть назад и даже скрыть все следы своего путешествия. Ну да.
Но ты... Ты явно не намерен сдаваться. Ну, да. Зачем? Клад ищешь? Салли, ну скажи ему, сделай что-нибудь. Да, Салли, друг, свяжи меня. Вы оба неисправимы. Елена, ну брось, мы просто шутим. Слушай, ты уже победил. Перехитрил ее. Ты знаешь, где город, а Марлоу нет. Тебе этого мало? Все, нахрен эти места обосраны, ненавижу их. Нахрен. Все. Фу. Веревки. Веревки. Веревки! Черт! Елена, Салли, пригнитесь! Ни черта не видно! Салли, ты живой? Вау, да ты-то... Не, ну ты... Все, ты, короче, считаешь, что ты трупак, парень. Лови. Подстава. Все. Вот нехрен, потому что лезть с пистолетом. Ты большой, тебя примешь. Надо было пистолет сюда брать с собой. Как минимум. Но эти большие, жирные, хотят только в рукопашку, судя по всему, драться. Ну, зря. Они даже бронежилет не одевают. Это и главное проблема. Да, нормально? Убивайте, что ли? Вообще убиваем? Да. Любой, блин, да ты издеваешься! Вот он просто, я не знаю, никогда не убивал, а так сейчас убила. Естественно, сначала. Естественно. Просто естественно. Ну, по-другому просто не могло быть. Ни черта не видно! Салли, ты живой? Ничего не видно! Я ничего не вижу! А, не, у него есть пистолет, кстати. Тогда ладно, прощаю. Не-не-не-не-не-не-не-не. На, лови, твое. Твою мать, их опять двое. А вот так не хочешь? Ну я же нажал. Да блин, я нажимаю на кружочек зачем-то. То, что доктор прописал. Это все? Надо выбираться. И как же, по-твоему? Сюда, Нейт. Я тебя подсажу. Давай. Должен признать, это было нелегко. Там просто их столько было, но это просто жесть. Осторожней! Чё осторожней-то? Так, сейчас спущу лестницу! Это все? Ну и чё, и как я? Надо выбираться!
И как же, по-твоему? Сюда, Нейт! Я тебя подсажу! То есть, получается, если я падаю, то скрипт срабатывает заново. Интересно. Осторожней! Так, внимание! Есть! Ну, вот так. Спасибо. Дайте пушки. Туда с ними нельзя. Да, точно. К сожалению. Ну, вроде все. Пошли. Ладно, давайте пока что это закончим. Так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подписывайтесь на канал, и до следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.